Всем привет! В эфире «Заметки о Черкесии». Сегодня у нас специальный выпуск, посвященный разбору понятия «адыги», «черкесы», «адыгейцы». В принципе, что общего между этими названиями, что разное и как все-таки правильно говорить, обращаясь к представителю этой нации. Сразу скажу, что это часть материала из лекции воскресной, посвященной адыгам и черкесам, от 25 февраля лекция. Ну, поскольку большая часть материала лекции и так представлена в моих первых материалах, первых выпусках, поэтому я вот конкретно этого вопроса хотел бы коснуться, потому что он не был обсужден в моих видео. Итак, давайте разберемся, все-таки кто адыги, они черкесы, адыгейцы, кабардинцы, да? Что, почему все эти названия как бы относятся вроде бы как к одному народу и почему такая путаница между ними. Но для начала нужно разделить понятия этнические, то есть название народа, и понятия административные, то есть название некого населения, проживающего в некой территории, то есть по бумажке государственного. Если говорить этнически о людях, о народе, то этот этнос называется правильно адыги и черкесы. Оба эти слова означают одно и то же, абсолютно. Разница лишь в том, что адыги – это самоназвание, то есть сами адыги себя называют адыгами. А черкес – это название, данное извне, и принятое, в принципе, в мире, в литературе, как название этого народа, ну, как бы внешнее, да, как мы называем немцев немцами, хотя они себя дойчами называют, так и черкесов называем черкесами, они себя сами адыги называют. Но на сегодняшний день правильно говорить и так, мое мнение. Некоторые пытаются апеллировать к тому, что ну как же так, всегда же было принято, что мы их называем черкесами, а адыг сам себя адыгом может назвать. Но в нынешнем, сегодняшнем мире это бессмысленное заявление. Даже обычно, когда говорят про тех же немцев, вот и я сейчас упомянул про них, но, как мы знаем, немцев немцами зовут только в основном славяне, то есть восточноевропейские народы, а, допустим, те же англичане зовут их дойчами, то есть как и они сами себя называют. То есть это уже, скажем так, традиция. В России, да, принято было еще с татарских времен, потому что татары первыми называли их черкесами, соответственно, русские переняли у татар это название, и, в общем-то, в царское время называли их адыгов всех черкесами. В советское время уже разделили их этнически, поскольку они жили в разных республиках, стали называть их там ну, где-то адыгейцами, адыгейцы это вообще советский термин, мы об этом поговорим, где-то там черкесами, черкесия, кабардинцами, то есть вот подразделения сделали и стали их так называть. Уже растворилось такое понятие, как черкес, как общее для всех. Ну а в наше время, когда адыги сами про себя много рассказывают и говорят адыги, когда статьи пишутся, ну, в принципе, это уже воля каждого, как называть, хоть адыги, хоть черкесы, и так будет правильно. Теперь разберемся с современной путаницей. Почему же, да, иногда все говорят, допустим, черкесы, думают, что это житель Карачаево-Черкесии. Ну, на самом деле, это вот советское, что называется, наследие. Дело в том, что в советское время искусственно разделили эту нацию на три разных республики, в которых они и по сей день проживают. И такая политика пошла, люди, которые не в теме того, кто это вообще такие, не разбираются в этнических составляющих, они их, ну, естественно, и называют адыгейцы, как жители республики Адыгея. А сам термин адыгейцы появился, в общем-то, только в 20-е годы, когда, собственно, и образовалась республика Адыгея, причем, заметьте, она называлась впервые Черкесская, в скобочках Адыгейская. Автономная область, потом, наоборот, поменяли местами. Но тогда уже двоякое название было, но вот именно адыгейцы, термин тогда, в советское время искусственно, появился для жителей республики Адыгея. В общем-то, адыгейцам можно по-хорошему назвать, в принципе, любого, там, и русскоязычного жителя республики Адыгея. А также, как черкесы сейчас называют жителей Карачаево-Черкесии. В данном случае тех адыгов, которые проживают на территории этой республики, относятся к черкесам. Вот. А есть еще кабардинцы, жители Кабардино-Балкарии, но тут интересный момент. Кабардинцы, в принципе, это очень старый термин, это подразделение адыгов-черкесов. То есть адыги, черкесы называли себя все они адыгами, но в 19 веке было больше еще, даже тогда еще, было больше понимания отношения себя к какому-то конкретному племени, а не в целом адыгам. То есть это какой-то адыгский мир, он, конечно, ну, весьма натянутое понятие, потому что между собой эти племена постоянно воевали. Точно так же это было такое феодальное устройство достаточно. Так вот, были
как бы сказать, субплемена, то есть подразделения адыгов. Вот одно из самых крупных, которое достигло уровня именно развития самостоятельного практически государства, у которого был там князь, полноценный общий такой великий князь, как в Древней Руси был киевский, так и здесь был кабардинский великий князь и более мелких категорий. И, в принципе, считаются законодателями мод, в принципе, самым таким, ну, типа, самым крутым таким субэтносом среди всех адыгов кабардинцы считались. Ну, по крайней мере, в восточной части. Жили, проживали на обширной территории Кабарды, малой и большой, которая делилась на две части. Малая — это вот земля туда, сейчас это в основном по Тереку, в общем, там равнинные земли. Терека, а большая вот чуть шире, она шире была, чем современная Кабардино-Балкария. Это и горная вся часть туда входила, это и степная часть, и Пятигорск, Пятигорье, современная Кисловодск. Все это была большая Кабарда. И там жили кабардинцы. Адыги кабардинского племени со своим особым восточным диалектом. А были еще и отколовшиеся от них, вот на территории Карачаево-Черкесии современно примерно, беслинеевцы тоже, да, под племя, из которых, в общем-то, современные черкесы, Карачаево-Черкесии состоят. И был ряд племен, проживавших за Кубанью, которые собирательно называли закубанцами, а так это датухайцы, это шапсуги. Кстати, шапсуги сегодня живут в Лазаревском районе Сочи. У них нет своей автономии, но они называют себя шапсугами. И в то же время адыги. Это бжедуги, основной субэтнос современной именно адыгеи. Тимиргоевцы, второй такой же субэтнос основной современной адыгеи. А бадзехи, их чуть меньше осталось. Натухайцы, которые вокруг Анапы в основном жили, и их почти не осталось, они выселились. Ну, это так, основной это конгломерат племен. То есть мы понимаем, были адыги, внешне их называли черкесы, и эти адыги делились еще на племена. Вот именно такое понятие, почему, поэтому такая путаница. То есть есть классические наименования, да, то есть этнические, а есть наименования административно-искусственные. Что касается происхождения слов, допустим, ну, адыги впервые упоминаются, как известно, у авторов в 1502 году путешественник Джорджо Интериано проезжал как раз через Черкесию, описывал там быт, культуру вот этих всех племен, которые здесь встречал. И он впервые упоминает, что зихи, а это старое название еще с античных времен было, зихи у адыгов, он пишет, что зихи, так называемые так на языках простонародном греческом и латинском, татарами же и турками именуются черкесы. Сами себя называют адига. Живут, ну там, и дальше он нам описывает, что живут они на этом обширном пространстве между Азовом там, и Кабардой. Ну, суть в том, что вот первое упоминание адыга отсюда. По поводу, в общем-то, происхождения слова очень много споров на сегодняшний день. Какого-то однозначного мнения на этот счет нет. Кто-то там пытается перевести это как очень древнюю форму слова «люди солнца», как про языкующего абхазо-адыгскому общему, отводя как «а-д-г». Ну, очень натянуто получается. Вот, допустим, академик Услар писал, что этимологию термина «адыга» следует искать в языках близкородственных, ну, то есть адыгам народов, например, убыхском или абхазском. Там присутствуют такие форматы, как «адзыге» или «адзыге», что значит примерно как поморяне, ну, люди Приморья, приморские жители. Вот. Вероятно, да, очень древняя форма, относящаяся еще к античным временам, которая вот ведет свое происхождение оттуда. А что касается термина черкесы, он впервые появляется примерно в 13 веке с приходом монголов на Северный Кавказ. Впервые он упоминается в монгольской хронике за 1240 год «Сокровенное сказание», где зафиксирован в форме саркас или саркасут, и серкес, серкесут, то есть в двух таких вариациях. Ну, некоторые переводят, допустим, от древнеиранского «человек-царя», там, ну, то есть люди, царские люди, там, ну, то есть предполагаю, что, возможно, они были на службе. Кто-то, допустим, Клапрот указывал, что черкес татарского происхождения составлено из чер дорога и кесмек отрезать, то есть отрезающий, перерезающий дорогу, то есть такие, разбойники вроде как, да, или там кто-то даже вот откуда-то термин брал из персидского, кажется, Месостов, да, в 1841 году, из фарси он переводил их вообще как головорез. Есть мнение, допустим, у Кокова я встречал, что вроде как в осетинском он каким-то образом привел так, что это орлы. Ну и есть еще такая интересная версия, что
термин «черкес» образовался от имени предводителя античного племени, проживавшего здесь, одного из племен протоадыгских гениохов племени. Там был такой крекас. Ну, крекас, крекет, черкес, они так выводят. Произносимые местными племенами, если в правильной этимологии смотреть, как келекес или джерекес. Сами адыги говорят обычно шерджес, черкес. Говорят шерджесы, по-своему там переводят, но это как бы уже позднее наслоение, то есть это уже переработка слова черкес в адыгском языке. То есть здесь, как видим, тоже разные споры. Есть даже старая еще царская такая версия, еще в царские, точнее, времена версия была, что черкесами якобы называли все вот племена степи, то есть половцев, там, черных клобуков, то есть еще во время Древней Руси, что в степи вот, вот эти вот кочевники кочевали, всех их черкесами называли, как таких вот наемных разбойников. Якобы. И якобы потом просто этот термин закрепился конкретно уже за адыгами, якобы. Но нормальных источников по этому счету нет, на самом деле. В основном это или выдумки, или очень натянутые вещи, потому что так все-таки не называли людей. Очень спорная вещь, поэтому погружаться сюда мы не будем. В общем, разобрались по поводу этих терминов. По поводу всего остального смотрите мои первые выпуски. На этом все. Делитесь с друзьями, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока.